Всем привет, дорогие друзья, дорогие зрители моего канала, и этот ролик я хотел бы начать не совсем с приветствия, а с того, что эти 4 недели, пока не выходили ролики, я пытался сделать, включить системный звук. Но как вы поняли по звукам игры, что нет никаких звуков, я это сделать не смог. И поэтому мы сегодня, как и в прошлой части, будем проходить игру с звуком на монтаже, в общем, вы поняли, да, с подключенным звуком, который я включу как раз, когда буду монтировать видео. Вы набрали 15 лайков очень быстро, и даже не 15, а 30, я ж сам офигел. Поэтому следующая наша цель после этого ролика, что вышло как раз таки прохождение третьей грани, третьей части, набрать 30 лайков, соответственно. Также, что я хочу сказать, что грани мы сегодня будем проходить, стараться пройти с первой попытки и спидран, конечно же. Что ж, грани 2, погнали! Ну а пока наша игра загружается, я бы хотел вот показать вот этих вот чуваков, которые на меня недавно подписались. Огромное вам спасибо всем. Также напомнить про свой телеграм-канал, потому что в нем у меня очень мало людей сидят. Я бы хотел чтобы больше людей знало, что происходит вообще с каналом и не только. В общем, ребят, подписывайтесь вы на телеграм-канал, ну а я для себя немножечко звук побольше подключу и буду проходить грани. Также, что я еще забыл сказать, что мы грани будем проходить только с дедом на изи, и будем проходить грани через вертолет, поэтому нам нужно найти книжечный вертолет. Нам нужно найти инструкцию. Блин, я сейчас звук слышу, увы, нет. Это, конечно, плоховато. Что же, сейчас где-то здесь дед должен ходить, меня искать. Сейчас мы его как раз-таки выстрелим в него. Короче, его здесь нет. Давайте отсюда заберем, что здесь картина была, да. В принципе, как раз-таки нужно ее отнести. Ну, я думаю, давайте для начала откроем вот этот вот шкаф как раз-таки. И давайте вот это еще здесь посмотрим. Здесь может что-то лежать. И, в принципе, сюда выкинем, да? Где он? А где он? Ого! Ого, а что так близко? Он так близко ко мне сейчас подошел. Ну, давайте. Оп, раз, дедуля, привет. И давайте заберем, во-первых, раз, а во-вторых... А, не успел. Ключик мой. Вот, теперь ключик мой. А, погнали еще посмотрим, что вот здесь. Вот я смотрел, здесь... Вот дурлок. Также давайте глянем, что у нас в этой комнатке. И здесь. Опа! То, что нам как раз-таки нужно. Хеликоптер, обучалка, как летать на вертолете. Идем, в принципе, в комнату охраны. И, в принципе, таки сможем посмотреть, здесь, есть ли на кухне что-то полезное. И вот здесь вот лом может быть, и его здесь нет. Здесь есть как раз-таки газелин кэн. Здесь у нас... Ага, это нам сегодня не понадобится в прохождении. И security key. Открывайте эту дверь. Это нам тоже не понадобится. Здесь дедушка наш умер. Мертвый пока что. Здесь не нужно. Это нам сегодня не понадобится. Опять-таки... О! Не, это тоже нам сегодня не понадобится. И давайте-ка здесь пусто, ё-моё. Открываем эту дверь и тупым спускаемся на первый этаж. Давайте возьмем все же, наверное, я что-то забываю, что нужно делать в этой игре, так как я не играл в нее уже недельки, так-то две. Я тренировался перед записью, я думал, что я тогда записывать буду, но я так не записывал. Я пытался разобраться со звуком, но подумал, что если я буду с ними еще разбираться недели две, то ролик уже не выйдет просто-напросто. Поэтому решил его снять сейчас. Вот, все. А хотя зачем я что-то туда иду? Здесь где-то... Ай, блин, ключ от лодки. Ключ и лодка нам не нужна. А вот лом сегодня с вами пригодится. Кстати, я за все время, пока нахожу... Вот по этому дому, кстати, тейп нашел. Не нашел еще вот этой вот таблетки. Почему мне хочется на нее сказать таблетка? В общем, батарейка, которая нужна для третьего этажа, чтобы пройти к... Опа-на, дедушка, ты что так зашел? Неожиданно. Чтобы пройти как раз таки к... Ой-ой-ой, что здесь? Здесь сейф-кей, отлично.
к вертолету. Посмотрим как раз таки, что здесь есть. Кстати, нелогично, что вот здесь вот ломом нельзя ничего сделать. Там тоже пусто. Давайте подождем, пока дедушка пройдет. И, ребят, я не пойму, каким образом меня как-то учуял и убил. Ну, и уже, ребят, у нас не получилось пройти с первого раза. Ну что ж, попробуем со второго раза, получается, со второго дня пройти эту игру. И что ж, мне кажется, что вот эта вот таблетка, как я ее постоянно хочу назвать, да, она находится как раз-таки в туалете, в шкафчике. Давайте зайдем сюда. И здесь всегда дед любит ходить, я не знаю. Дедушка. Сейчас рад, я только что взялся сейф кей и как раз к нему сейчас хотел пойти, но дед, ладно. И также я сейчас, ребят, очень рад, что у меня появилась карточка памяти, и у меня, считайте, память сейчас почти бесконечна, что я могу за память не париться и просто снимать этот видос, а на монтаже уже обрезать то, что мне не понравится, и он меня заметил. Блин, где этот, в общем, чтобы выстрелить у него электрошокер? Почему я его не вижу? Где он, дедуля? Опа, сейф, быстренько, просто быстро, оп, ножницы, прекрасно, это то, что нам как раз-таки с вами и нужно. Давайте теперь поднимаемся на второй, а точнее на третий этаж, как раз-таки мы с вами там... Да нет, ребят, нет, давайте вот сюда вот зайдем, как раз-таки посмотрим, что здесь, потому что здесь может быть что-то, что нам пригодится. Да, хеликоптер Кей, давайте как раз выбросим хеликоптер Кей, чтобы я знал, что он лежит в этой комнате, все. И теперь топаем в комнату, получается, в security key комнату. Security key комнату. Ладно, просто security комнату. Наверх поднимаемся по лесенке. И, в принципе, я вот здесь... А, вот, я забыл, что здесь находится как раз-таки вот этот мой электрошокер. Да. Берем, получается, электро вот эту фигню. Здесь пусто, да? Здесь вот здесь не нужно нам. Так, получается, спускаемся вниз. В принципе, электрошокер нам на этом этаже не понадобится больше. В принципе, можно сейчас попробовать деда устранить, если он где-то здесь будет. Но, в принципе, можно хеликоптер Кей поближе его подкинуть и начинать собирать картину. Вот. Ну и что ж, ребят, я уже доношу уже последнюю часть, и мне нужно ружье, получается. А ружье я не помню, где, я догадываюсь, где оно может быть. Берем, получается, наш электрошокер, куда я там его скинул, и он должен быть где-то как раз-таки где-то здесь. Так, запоминаем, что здесь у нас хеликоптер Кей. А вот, этот шкаф мы еще как раз-таки не открывали. Здесь пусто. Дед у нас здесь спит, а вот я электрошокер. Не могу найти, где он может быть, блин, куда его бросил, может быть он где-нибудь, ё-моё. Давайте вместо электрошокера возьмем как раз таки вот эту вот ножку и попробуем как раз таки накормить вот этого вот чубрика. Ножка, это чья вообще ножка, непонятно. Ну почему мне от тебя убегать теперь опять нужно? Так, смотрим, может здесь где-то электрошокер лежит? Нет его здесь, просто его напросто нет. А знаете, все же вот сюда вот опасно забегать к этому чубрику. Почему? Да потому... Ой-ой-ой, ё-моё. Ключ, серьезно? Ключ. А где кей? Вот этот вот. Я забыл, как называется этот кей. Ё-моё. A few moments later. Ребята, это самый редкий респавн, просто спавн в Япон Кея. Я просто решил вот сюда подняться, посмотреть, что же здесь находится. Вот это вот патрончики повыкидывать. И нашел здесь в Япон Кей. Я не знаю, каким образом он здесь оказался, хотя он никогда здесь в этом... Ну, я не верил, чтобы он там спавнился. Может, это какой-то новый респавн, что вышло новое обновление. И, кстати, вот, я забыл, где мой электрошокер, да. Капец какой-то. Ну, погнали, в принципе, на первый... Nice. Этаж, главное, не попасться деду на глаза, потому что я эту игру хотел еще с первого раза пройти. А я уже, считайте, на втором дне. Что же, бежим как раз-таки к нашему любимому испытанию, к нашему любимому... Давайте,
Да, только патроны зря потратил. Давайте, оп, все, первое есть. Давайте патроны берем. Оп, оп, два патрона имеются. Не успел, плохо дело, плохо что-то. Очень плохо. Нет, не успел, ладно. Оп. Успел, нифига себе, что я... Оп, блин, потратил патрон. Хотел схалтурить и взять еще один, но не получилось. Ладно, давайте побежим за этой таблеткой, как я ее люблю называть, в принципе. И заберем ее для начала. Так, где-то здесь нет. Таблетка где-то здесь должна лежать, пожалуйста. Я же ее... Ого, куда она откатилась? Я еще, ребят, когда проходил не на записи, это давненько так еще было, просто решил зайти поиграть. Оставил, кинул эту просто таблетку. Вот сюда вот я ее нафиг кинул, она туда закатилась, и я не мог ее подобрать. И все, ребят, игру не прошел. Пришлось Это что за респавн этих, блин? Они же... Блин, я не знаю, что это за респавн, ребят. Это какой-то... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, подождите-ка. Я уйду. Оп, аккуратно, аккуратно нужно быть с такими вещами. Что ж, ребят, я уже, считайте, прошел игру. Берем тейп, бежим наверх. Давайте как раз бросим вот здесь вот тейп. Сами сюда спрыгнем, заберем газелин кэн, а точнее канистру с бензином. Прыгаем еще раз сюда, забираем хеликоптер кей, ключ от вертолета. Кстати, ключ это то, что нам... Ключ от вертолета это то, что нам понадобится. Кстати, в последнюю очередь. Для начала мы справим. Я, кстати, видел на канале у Топси, что он не мог справить эту... Это круто. Что это? Ну, в общем, ребят, вы меня поняли. Просто он дотягивался и не мог дотянуться. Очень долгое время. Ну, я как раз-таки заливаю сюда бензин. По-быстренькому. Кстати, достаточно мы с вами быстро пройдем. Я чувствую эту часть. Гранит 2. Это, наверное, третья игра. Может быть, даже пятая игра на канале, которую я прохожу. Что ж, ребят, давайте попрощаемся с нашим дедушкой. Ладно, нафиг туда спускаться. Просто берем вот так вот, засаживаемся в вертолет. Какое-то, ребят, у нас сегодня быстрое прохождение. Ну, побыстрее это прохождение было, чем прошлое с грани 1. Оп, ну что ж, берем, улетаем. Дедушка, ты где там нас? Не встречаешь там, а, дедуля? Да, сегодня мы, кстати, забавно играли в Гранни, проходили Гранни, но при этом к самой бабушке не было. Хочу вам, ребятушки, напомнить про свой телеграм-канал. Подписывайтесь, заходите обязательно. Также вот еще мои новые подписчики, которые совсем недавно на меня подписались. Не забывайте 30 лайков, новый спидран. Также хотел бы вас поблагодарить за 7500 подписчиков. И еще бы хотел попросить не расслабляться, потому что моя цель 8 до Нового года, а Новый год всего через сутки. Кстати, всех с наступающим! Что же, 7500 подписчиков. Огромное, ребят, огромное спасибо. Этот ролик снимался, получается, 4 недели только из-за того, что я не мог звук настроить и все же его не настроил. В общем, ребят, цель 8к, 30 лайков и выйдет третье грани 3 прохождение. Всем удачи и теперь точно. Всем пока, народ!